Андрей, спасибо за лайчики. Спасибо, ребята, спасибо. Я с вами ненадолго. Ну как ненадолго? Вечера меня в эфире не будет. Меня на бал забирает. Я обожаю, что сын такой внимательный. Маме дарит... Сива ли он? Приезжай встречу, покатаю по городу. Андрюшечка, спасибо большое. Я, когда поеду с детьми, я буду сама ездить, сама с детьми буду. Я думаю, что сейчас уже есть Google, Яндекс.Такси, Анау-Манау. Сейчас уже можно, ну, самим справиться. Леонтик, а так спасибо большое за приглашение, Очень приятно, но, соответственно, конечно же, я откажусь. Смотри, у меня на столе вот так лежала масочка для лица. Это я утром сделаю, после бала я приду, я сделаю масочку. Он, видать, увидел, что пироженка, мама пироженки делает. Я сначала думала, так, какой-то намек на кондитерство. Типа, я не поняла, что это маска, потому что я не пользуюсь масками. Я такая смотрю, думаю, зачем он мне подарил присыпку на кексы, не поняла. А это, оказывается, масочка. Я... Лежит, она лежала. А, это здорово так. Ты просто представь на секундочку, что будет, когда он вырастет. Какие девочки будут просто... Девочки будут просто пищать под ним. Как ты думаешь? Блин, какая красивая роза. Леона, ты чем занимаешься? Леон. С малых лет ты вырастила романтика. Это да, кстати. Он всегда такой переживающий. Он когда... Даже чай, когда мне несет, если я прошу его чай сделать. Такое ощущение, как будто он, знаешь, этот... Я не знаю, как будто он лотерейку выиграл. Так радуется. Спасибо, что ты такое говоришь. Возьми, пожалуйста, какую-нибудь бутылочку, разрежь. Что, ты нажарила ладушку? Ну, дай мне еще попробовать. Да. А я прихожу, дочь пожарила оладушки, панкейки их называют. А сына подарил цветок. Давай, очень вкусно. Даже соль, сахар добавил, Вкусно. Мама пришла, так руки не помыла. Больше грязи, шире рожу, да? Все, я наелась. Я бы со сметанкой поела. Ну и то я, видишь, кушать сегодня не буду, только вечером. О, спасибо за подписку. Ты должна этим гордиться, но не забудь. Он потребляет своих... Ну, смотри. Я скажу так. Я считаю, что ребенок должен показывать свой характер, и я не должна его пресекать. Потому что если мы будем его пресекать, то что? То он родится, вырастет какой? Он будет бояться, что ему что-то скажут. Он будет бояться везде что-то совершить, пойти на что-то.
Да даже тот же бизнес открыть, он будет бояться. Ага, а вдруг я не так сделаю? Мне в детстве всегда говорили, что я не такой, что я... Вот так вот не должно быть. Надо будет, я помогу ему. У меня 3 почки есть. Надо будет, я продам для сына 1 почку. Не, мне нельзя от нее отсоединять. Ты знал, что у меня 3 почки? Люди, только не сдавайте меня на органы. О, Дима. Дима. Привет, Дима. Не, ну будем стараться, чтоб сына вырос. Молодец. Так, что у нас? Дима, как дела у тебя? Капец, ты так редко заходишь. Блин, как жарко. Просто как в воду. Леона, ты выспался? Я Леона спрашиваю, не тебя. Ты-то понятно, что выспалась. Ты выспался, Леон? Да. Да, да. Он всегда такой: мам, можно погулять? Мам, пойдем покушаем вместе. Мам, 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 там то-то-то. Я говорю: все, сегодня ты не пойдешь гулять, уже поздно. Он такой: ну, пожалуйста. Я говорю: ну, ты же понимаешь, там, объясняй ему. Он такой: ну, ладно, хорошо. Да, хорошо. Ладно, хорошо, такой, говорит, хорошо. Иван, спасибо за розочку, спасибо, спасибо. Спасибо большое. Что-то моих никого нету. Там. Так. Где мои модератки? Своих модераторов я могу позвать. Леон? А где Леон? Леон, а ты готовил себе что-нибудь сегодня или что? Что делал сегодня? Рассказывай. Спасибо, thank you за розочку, thank you, thank you. А, ну как, я выспался. Ну, приезжай с работы уставший. Ну, конечно, вы мужчины,